Нашел мое видео в YouTube. В этом видео я хочу разобрать для вас одну из мелодий, если можно так назвать. Вот. Ну, я очень люблю такие проигрыши на четырех аккордах. Вот. Звучат они не особо затейливо, но довольно-таки красиво, вот, легко и для очень хорошо подойдет для тренировки арпеджио в правой руке. Здесь всего четыре аккорда в этой мелодии. Играть их, конечно, можно как угодно, но я вам покажу свои варианты. Итак, давайте нажмем четвертую струну на пятом ладу, пятую струну на седьмом и третью тоже на седьмом. Вот такой первый аккорд. Я предлагаю первым пальцем, третьим и четвертым. В правой руке мы большим пальцем играем пятую струну, потом четвертую, далее идет третья, вторая, первая, вторая, третья и опять четвертая. Вот такой арпеджио. Ну, можно сыграть два раза на аккорде. Постарайтесь соблюсти вот такую штуку, чтобы большим пальцем играть и пятую струну, и четвертую. А дальше идут три вот эти. Дальше нам нужно оставить мизинец на четвертой, на третьей струне, на седьмом ладу. Аккорд был, я напоминаю, пятая на седьмом, четвертая на пятом и третья на седьмом. Третью на седьмом мы оставляем, далее вторым пальцем прижимаем четвертую на пятом и первым пятую на пятом. Вот такой будет у нас второй аккорд. В правой руке все будет то же самое. Дальше третья на седьмом, оставляем ее, значит, четвертую на пятом оставляем и указательным пальцем зажимаем пятую на третьем. В правой руке все то же самое. И последний аккорд. Четвертый. Передвигаем мизинец по третьей струне и зажимаем ее на пятом ладу. Третья на пятом. А указательным пальцем мы зажимаем четвертую на втором. Это последний четвертый аккорд. Четвертая на втором и третья на пятом. Итак, еще разок все четыре аккорда.